Всероссийская акция «Письмо солдату» прошла в детской школе эстрадной песни города Каспийска. Патриотическое мероприятие посвящено празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника педагоги школы вокала объяснили ребятам, насколько важна поддержка для наших бойцов, которые сейчас находятся на СВО. В 2014 году началась война антитеррористическая, античеловеческая операция. Жили в Донбассе. Им хотели захватить границы и думать на русском языке. Хотели захватить жить так, как они хотят. 24 февраля Россия начала военную операцию, которая была необходима для установления мира в Донбассе. Нельзя, чтобы были мирные жители, женщины и дети. Всем нужен мир. Полевая почта работала с первых дней Великой Отечественной войны. Называлась она так, потому что письма доставлялись солдатам туда, где шли боевые действия, на поле сражения. Чаще всего солдаты отправляли письма без конвертов, просто складывая их в солдатские треугольники. В рамках акции воспитанники подготовили музыкально-тематическую программу. Далее ребята написали письма со словами искренней благодарности, которые станут маленькой частичкой неоплатного долга перед теми, кто сохраняет родину и свободу. Письма будут отправлены в одном конверте с хэштегом «Мы вместе» в местное отделение партии «Единая Россия» для доставки их российским военнослужащим, выполняющим спецоперацию по защите мирного населения.